обнаружим музыкальную мысль, обнаружим задатки, обнаружим интересные гармонии. А результат, гораздо, когда привыкаешь к этому, результат в тысячу раз более виртуозный, чем обычная стандартная игра. Да? Скажем, играет пиццикат, играет ланчек, а скрипка с акцентом, да? Атака на первый, третий, второй. Это нельзя играть пассивно. Да? Высказывание. Все это зафиксировано. Так, в 740-м тоже много раз кошек ищи, да? Все варианты. Ну, здесь вот прямо вот так, да, сам Бог велел, да. Универсально.